Повышение интереса к изучению общеобразовательных дисциплин и поддержка талантливой молодежи были основной целью мероприятия. Олимпиада стала своеобразной проверкой их знаний, полученных за годы обучения. В Олимпиаде по 7 предметам принимали участие сотни школьников. Каждого ученика на сцене чествовали персонально, ведь достижения ребят – большая ценность для них. Победителям и призерам были вручены дипломы и ценные подарки. А учащимся, занявшим первые места, год бесплатного обучения в одном из образовательных учреждений организаторов Олимпиады. Эта работа еще впереди, но работа полным ходом идет. И я думаю, пройдет совсем мало времени, и о наших учебных заведениях будет говорить вся Россия. Потому что в том, что мы сейчас делаем, я имею в виду духовно-нравственное воспитание, нуждается все мы сегодня –